Так, это у нас две лопатки. Две лопатки, два затка лезут в один ящик. Надо сделать освещение. Мы с Андрюхой говорили, потому что перед Новым годом, когда сильно рано будем резать или вечером, чтобы был хороший свет. Очередь большая на зарез, уже у него аж до Нового года расписано. И сейчас он после меня полетел дальше резать. Ляшечки. Да, вот насколько удобно, я сегодня как хожу и думаю, чем бы заняться. Ну делать нечего, он сам и сюда ложит, ну там сюда сало положил и стоит. Я все время бегаю, где-то что-то занятый, а тут все по месту. Сейчас все так понаготавливаю, заеду машиной. Машину загрузил и, можно сказать, и все. Ребра. Оно все остывшее на улице. Прохладно у нас. Это ребра, кости. Так, что у нас дальше? Ага, вырезки. Соус с мясом. Такое выходит. Тут уже никто не скажет, порезал скатерть, еще там что-то. Тут уже все.
кольцо. Это такой, пускай будет. Добро убрать. Вот такой в пределах нормы такое покупают. Хорошо. Сильно тонкое дешево надо продавать, а такое как раз нормально. Спина. Спина, спина. Так. Шейка. Наверное, обрежем вот так. Сейчас вот это, что вот для шеи. Обрезки. Thank you.
обрезок. Ну, это такой кусочек. Вот так, да? Собираем. Так. Хорошо. Вообще классно. Так, это оставляем нашему Борику. Такие. О, это мясистые. Это Бори оставили. До следующего харакири. Ну вот так, друзья, вот так я собрался. И все. И поехал. Всем пока.